Свои деревья? Свои деревья, да. А, это сейчас принесет эту коляску, принесет сейчас дверь. Начнем. Сейчас можно стул пока. Да, не надо. Он несет сейчас. А? Трудно стоит. Да? Да сейчас он. Ну, две минутки он следом. Подожди. Дорогие друзья, я беру командование на себя. Правильно. Я из Петербурга, мы брали власть своими руками. Пожалуйста, уступите. Прошу вас. Так. Так. Рядышком с ним, пожалуйста. Так, уважаемые дамы и господа, извините, открытие выставки. Значит, мы сегодня проводим невероятно красивый, удивительный праздник нашего замечательного художника, акварелиста, уникального человека, удивительного мастера своего дела, который, я так понимаю, не только наш город знает, знает вся Европа, потому что он сделал очень много красивых проектов с французами, с голландцами. Потом он дружит вообще со всеми сибиряками, со всеми российскими художниками-акварелистами. Технология акварели очень трудная, не всем дается. Но поскольку Валерий влюблен в нашу родную Сибирь и представляет ее таким пушистым огромным одеялом заснеженным, у него это получается. В этой технике он дошел полного совершенства. Поэтому мы, конечно, сегодня будем поздравлять, но разрешите прочесть правительственную телеграмму Союза художников России, которую мы прислали к юбилею. Привод нашей организации, государственное письмо от нашей организации Союза художников. Красноярская региональная организация ВТО Союза художников России поздравляет вас с юбилеем, выражаю благодарность за ваш многолетний труд, вклад в сохранение и развитие изобразительного искусства и культуры Красноярского края. С пожеланием крепкого сибирского здоровья, творческих успехов, благополучия вам и вашим близким. Вот, поэтому я с удовольствием отношу. Спасибо. Уважаемый Валерий Анакинович, уважаемые красноярцы, я искренне горд, что Валерий Анакинович наш земляк, красноярец, который своим творчеством прославляет наш город, прославляет нашу природу. Банально было бы говорить, что мастер акварели, признанный мастер акварели, заслуженный художник, великий человек, наш земляк. Безусловно, это так. Но я считаю, Валерий, сейчас можно сказать, что вы должны быть уверены и знать, что ваше творчество крайне необходимо людям, особенно в наше время. Вы знаете, мы будем делать все для того, чтобы больше экспонировать работ красноярских художников, и в том числе ваших работ, поскольку они являются в определенном смысле образцом и мерилом. Мерилом не только творческого поиска, мерилом не только техники, художественной техники, но мерилом гуманности, доброты, чувства прекрасного, всего того, что необходимо нам всем. Поэтому крепкого вам здоровья, хорошего настроения, уверенности в том, что то, что вы делаете, очень необходимо людям. И небольшой подарок от администрации города, который происходит. Министерство культуры Лены Галкиной-Плазниковой. А вам цветы, к сожалению, на правительстве сейчас. Она просила передать вам самые лучшие слова. А, наверное, есть смысл сегодня говорить, и все говорят о том, что это удивительный художник, прекрасный человек. Я хочу сказать о другом. Я немножко завидую вот этому поколению, потому что это поколение не просто тусовщиков, когда люди собираются вместе, вместе проводят время, а когда они вместе собирались и собираются до сих пор, идут творческие споры, идет взаимообогащение, взаимное общение. Мне так приятно, вот сегодня собралось
очень большое количество достаточно известных людей, мы друг друга все знаем. Мне очень приятно, что хорошие люди сюда приходят, что вот это поколение, и может быть младше, мы, допустим, и кто-то старше, и кто-то совсем молодые, приходят и тянутся к этому времени и к лучшим людям. Вот для меня все-таки Валерий Иннокентич представляет из себя вот одного из такого человека времени, да, легенд Красноярского края, 55 лет, такая юбилейная выставка, и здесь очень много новых работ. Сказать как человеку, чьи предки родились в Сибири, на этом нашем сибирском тракте, и моя жизнь тоже связана с этой малой родиной. Вот я не первый раз смотрю, ну, не говоря о том, что у каждого нормального человека возможность есть посмотреть всегда, если он хочет, произведение нашего большого, крупного художника. И вот вспомнил сейчас, находясь здесь, одну картинку из своей ранней молодости, 63-й год. Я сплавляюсь по Ангаре без мотора, с парусом, день-деньской. Намотались мы с этими комарами, со всякими разными. Вот весь наш экипаж спит, а я вот на вахте, так сказать, на штурвале. Я смотрю на эту воду ангарскую. Вот мы раньше плыли, видно все. Не просто камешек, песчинки на дне видно. Этого нет сейчас. Это очень плохо. Это наша сегодняшняя жизнь. Мы вторглись, особенно сегодня. Берем эти богатства направо, налево, за рубеж в основном. А что остается даже не нашим детям, что вообще остается на этой нашей малой родине? Глядя на это, я думаю, что не всякий туда доплывет и посмотрит, а вот сюда прийти могут. И по-хорошему-то одна из главных задач власти вообще, я думаю, к нам Шукреевич, это хорошо, что он сегодня здесь в этом качестве. Потому что школьники сюда должны ходить, начиная, не знаю, с третьего, может быть, класса. Как раньше это было организовано, группами смотреть, это видеть. Потому что тот, кто посмотрит это раз, два, три, кто захочет сюда прийти в пятый раз, вот тот, оказавшись в роли строителя, где-то там на Ангаре, вспомнит о том, что это надо беречь. Это остается нам, это остается будущим. Если это все-таки так будет, я думаю, все-таки мы перейдем эти рубежи, мы выйдем на новую дорогу, когда общение с природой становится радостным и для человека, и для природы, в этом будет в итоге большая заслуга рядового этой борьбы за будущее планеты, за нашу Сибирь, великого художника Крымского. Вот, ну это правильно, давайте мы это посмотрим. Значит, наша задача, вот я так понимаю, тут мне уже договорили, поупрекали, есть за что. Поэтому наша задача с Александром Шукреевичем сделать все, чтобы он жил долго. Но насколько возможно благополучно, ну предельно насколько возможно, чтобы у него все время была потребность в этом творчестве, в этом подарке, понимаете? Он не дарит Сидорову Петрову Иванову. Он, может быть, даже когда дарит музею, он в итоге дарит потомкам. Дарит истории, нашей будущей истории. Это мало кому дано. Спасибо им большое за это. Уважаемый Валерий Иннокентич, вам особое здравствуйте, потому что именно так мы желаем друг другу здоровья, обращаясь каждый день со словами приветствия. Действительно, я думаю, каждый, пришедший на выставку, увидел что-то свое. Есть любимые полотна, любимые картины. А я вот не могу сказать, какая особенная. Знаете, одно слово – наше. Вот ходишь и видишь, вот оно, сибирское, родное. И как-то настолько тепло. Спасибо даже, наверное, за выбор именно акварели. Я тоже очень люблю именно акварель. Когда-то в школе нас учили сначала нанести воду, да, вот, чтобы сделать влажный лист, а только потом пробовать. И особенно тема осени, тема весны получается с помощью акварельных красок. И, наверное, день рождения тоже не случайно у вас, Валерий Иннокентьевич, весной. Потому что только тот, кто начинает встречать новую жизнь, новый год, да, именно календарный год, потому что все мы готовимся уже к посевным, готовимся к нашим летним каким-то проектам и праздникам и радуемся солнцу, и по-другому не могло быть. Примите, пожалуйста, эти цветы от всех нас, работников отрасли культуры города Красноярска, муниципальных учреждений, а я не побоюсь сказать, что нас 2500. Представляете, кто сегодня вас поздравляет, какое большое количество. И, конечно, я искренне рада тому, что сегодня вот только что
Анатолий Павлович сказал, какая высокая награда, это действительно заслуженная награда. И примите, пожалуйста, почетную грамоту Главного управления культуры, потому что несколько лет назад мы искренне радовались вашим успехам, поздравляли, и есть у вас наше первое благодарственное письмо, мы искренне рады именно почетной грамотной отметить ваши заслуги. И можно я, как положено, по-нашему, по-сибирски поцелую и пожелаю всего самого наилучшего, здоровья, радости и вот этого весеннего настроения. Дорогие друзья, я бы с удовольствием продолжил бы замечательные слова, которые сказал Всеволод Николаевич, потому что он сказал то, о чем мы все думаем, болеем, переживаем. Но сегодня не тот случай, потому что нам надо когда-то собраться и действительно поговорить о состоянии культуры, о состоянии нравственности в нашем обществе. Это необходимо. Но не сегодня, сегодня, к сожалению, вернее, к счастью, не тот случай. Я начну с печального. Вчера скончался почетный гражданин Красноярска, народный художник РСФСР, почетный член Российской академии художеств Рянель Тойла Касимович. Прошу память его упомянуть в молчании. А теперь другая новость. Я не буду говорить, были сказаны великолепные речи. Это очень радостная новость по представлению президиума нашего отделения Урал-Сибирь Дальний Восток. Я волнуюсь. Валерию Иннокентьевичу Кудринскому вчера по решению Президиума Академии Художеств присвоено звание члена-корреспондента Российской Академии Художеств. Посчастливилось с ним работать, создавая кукольный театр. И там он работал не в стиле акварели, а сделал великолепную эмблему к открытию кукольного театра. Поэтому за многогранность художника, за мою абсолютно белую зависть к нему, поскольку я считал себя крупнейшим акварелистом современности, но понял, что должен исключить себя из этого жизни. Дорогой Валерий Иннокентьевич, такой же тебе человеческой многогранности, художнической, и поверьте, самые грустные чувства хранит один из старейших архитекторов современности. Ну, немножко, ну, естественно. Я же 35 лет преподавала. И у него, кстати говоря, преподавала маленько историю искусств. Вот, так что он мой ученик тоже. Я что хочу, долго не буду говорить, все устали и жарко очень и все. Но вы понимаете, это человек, который никому никогда не отказывал. Он всегда всем помогал. Это вообще удивительный человек. Даже сейчас на одной ноге, в этой бедной в этой коляске, он все равно всем помогает. Он все равно на переднем плане. Таких людей уже у нас не остается. Молодняк, он уже совсем другой. Он уже думает о другом. А он и о ветеранах заботится, вот об этих, которые уже их совсем мало осталось. Он и о молодых заботится. Он вообще, это человек очень широкой души. И добрейший, умнейший. Ну, правда, я не люблю его остроты, как вот тут Костя сказал, потому что они бывают всегда иногда очень острые. Вот. А вот тут внучка у него замечательная. Таня, выходите, пожалуйста, пусть люди посмотрят, кто помогает ему в этой трудной... сейчас на современной вот его жизни. Вот и внучка замечательная, которая тоже забегает к нему и скрашивает его
какие-то горькие минуты, а горьких минут, вы знаете, у художников много. Вот. Самое главное, долгих лет ему жизни, чтобы он еще радовал нас своими замечательными работами. Вы представляете, больше половины этих работ сделаны вот буквально за последние месяцы. Он работал днем и ночью, хотя ему многие не дают работать, иногда приходят и отвлекают. Да, вот. Но тем не менее у него хватает мужества всех потом в 12 часов выгнать и еще до 5 часов утра работать. Здоровья тебе еще. И здоровья. Долгие-долгие годы. И вот я, знаю, присоединяясь ко всем тем хорошим словам, которые говорили, наверное, нет, ну, я не говорю про совсем молодых, но нет вот хотя бы, ну, чуть постарше 30 лет человека, в судьбе которого хоть раз где-то не помог Валерий. Он делает это ненавязчиво. Он делает это не там, не с какой-то, с какими-то там, не с помпой. Он просто молча в нужный момент оказывается в нужном месте. Он молча, спокойно берется и помогает всем. Я испытала это на себе. Это испытал каждый человек. В нужный момент Валера будет рядом. В нужный момент можно прийти к нему в мастерскую и поплакать у него в жилетке. Ты нам всем очень нужен. Но я искусствовед, и поэтому надо, конечно, сказать о работах. Творчество Кудринского я знаю давно и знаю в разных его качествах. Это, но о том, что это акварелист, об этом речи быть не может. Акварелист большой буквы. Каждый, наверное, живописец и график обязательно работал в акварели. Но то, как делает это Кудринский, как каждая его работа несет вот эту часть его души, это не только большое искусство, не только большой талант. Это еще и умение передать себя, раздарить себя людям. Точно так же, как он это делает и в жизни. Но он еще и долгие годы выступает как замечательный автор книжной графики. Сколько альбомов, когда я работала в музее, сколько альбомов было, каталогов было выполнено с его помощью. То есть везде, за что берется этот человек, все превращается в искусство, все становится талантливо. Поэтому я очень рада за него. Я рада, что наша академия обогатилась еще одним талантливым, ярким человеком. Валера, поздравляю тебя и всего-всего тебе лучшего и твоей семье. Дорогие друзья и поклонники этого таланта, нам очень повезло, что у нас есть замечательная галерея. Она замечательная. Мы недавно отметили юбилей этой галереи. Это галерея красноярских художников, именно красноярских. И мы рады и горды тем, что нам очень сильно на протяжении двух десятков лет помогает вот этот настоящий сибиряк, вот с его всеми чертами характера сибирскими, очень мужественный человек. И вот здесь, на этой выставке, 15 работ с нашей художественной выставки. И мы горды тем, что учителя края, а их ежегодно посещает больше 10 тысяч институт, имеют возможность соприкоснуться с этим замечательным искусством и, получив, нести его дальше. И я думаю, что свою роль галерея выполняет. И еще раз, Валерий Никитич, огромное спасибо, Валерий Никитич, с днем рождения. Дай Бог нам еще с вами долго творить и обогащать нашу галерею, обогащать наших учителей. Спасибо. Валерий Никитич стоял у истоков создание регионального отделения «Урал, Сибирь, Дальний Восток» именно здесь, в Красноярске. И много сделал для того, чтобы этот день сегодня состоялся, и очень рад сопричастен к этому событию. Здравия, Валя.
Можно я так вот буду тоже извиниться, так в среде нашей не очень принятой отчества, и я сам этому очень как-то воспитан в нашем сообществе, и таким образом существую. Я хочу сказать, что я безумно счастлив. Вот сегодня тяжелый день выбраться на открытие этой выставки, при всем том, что я видел не одну твою выставку, недостаточно хорошо знаю твое творчество и жизнь, твою вот сегодня в культурном пространстве Красноярска. Важно одно, вот сейчас Алла Николаевна очень, я застал то, что она рассказывала, о его мотивах жизни, они невозможно разделить его существование и невозможно разделить его творчество. Оно вот все переплетается в одной плеяде. Но еще важно, мы застали с ним вместе достаточно сложный и большой период, когда он возглавлял, маленькую в Российской Федерации, а третью по численности Красноярскую организацию Союза художников. Это огромный просто труд, надо только представить, сколько сил нужно было для этого, и как успешно обходил очень многие подводные рифы, которые всегда существуют в творческом сообществе, как бы вот, Валера, в этот период времени. Я от всей души тебя поздравляю вот с этим праздником. Я счастлив, Валер, от того, что столько людей пришло сегодня, вот если посмотреть, что даже пройти невозможно на выставку. С пожеланием здоровья, счастья и то творческого долголетия. А от того, что ходит тебе, это тоже, по-моему, счастье, Алла Николаевна, когда художник, вот получается, что это у всех по-разному в творчестве бывает. А вот если так, так это тоже счастье. Тебя все любим и желаем тебе всего самого-самого доброго. Вот счастье. Что я бы я... Ну, во-первых, Валеру я знаю давно. Валеру я вчера еще поздравил. Но что мне вот понравилось, наверное, сегодня бы этой выставки не было, если бы не было инициаторов, к примеру, дома учителя, которые вот организовали у себя вот эту картину и галерею. Я в свое время, будучи директором хозяйства, тоже организовал картинную галерею в совхозе, где проживает 1000 человек населения, картинная галерея. И взял на буксир художников, которым всегда не хватает денег, всегда, конечно, их зарплата маленькая была, но эти люди искусства, и заказывал им работы, и они работы делали. Тоя Васильевича, Бориса Ильича Мусата, Бориса Белого. Кстати, очень жаль, что сегодня из них никого здесь нет, но мы, считай, помянули сегодня память. И сегодня, что бы мне хотелось именно сказать? Вот культура, что такое искусство? Во-первых, Всеволод Николаевич сказал, что вот ездил он по Ангаре, я тоже ездил по Ангаре, потому что мой округ был, и не только по Ангаре. Значит, наверное, той красоты, которая отражена, она уже есть в полотнах, наверное, его бы уже больше... наши будущие поколения бы не увидели. Тоже я имею в виду и в нашем хозяйстве, потому что много произведений, которые и Тоя Васильевич рисовал. Не было бы этого. И предложение какое? Пользуясь тем, что здесь все-таки руководители города, есть краевые руководители. И поэтому, наверное, обратиться к руководителям предприятий, к руководителям сельскохозяйственных коллективов, чтобы в каждом районном доме культуры была картина-галерея. И чтобы район взял, ну как сказать, шефство над каким-то художником, чтобы его и материально поддерживали, и чтобы картины этого художника были в этом в доме культуры в районе. И тогда можно ее делать передвижную выставку. Вот мы сегодня, видите, выставили здесь произведение. И поэтому прекрасно же это. И поэтому... Вот хочется обратиться, чтобы вот именно не слова одни были, а чтобы было это дело. Ну, Валеру, я у него бываю частенько, поэтому, как, говорю, ну, приезжаю, говорю, прихожу, или приезжаю, говорю, Валера, ну, что ты там еще сделай, давай показывай, он показывает. Ну, не только в него, я во многих художников бывал. Поэтому, Валера, ну, сегодня еще раз я тебя поздравляю от души. С пожеланиями, конечно, я знаю, что ты всегда будешь хорошо работать. Ну, здоровья тебе, счастья, благополучия. Ну, всего тебе доброго. Спасибо.
Дайте ему сказать, что же вы так сразу надеваете. Так, минуточку внимания. Для меня, конечно, сегодня день очень и ответственный, и... Тихо! Приятный, потому что одно ваше присутствие уже для меня говорит о том, что я занимаюсь своим делом. Щеточкой наяриваю не зря. И если бы вас не было, я бы задумался, а может я не своим делом занимался. Ну, художники как собаки, все понимают, сказать иногда не могут. Поэтому я не буду распространяться. Я на этой выставке попытался такое пошутить маленечко. Вот Игорь Поликарпович действительно еще до поступления в училище. Я первый раз приехал в 1962 году, опоздал на спецпредметы, поскольку в тайгу черт унес нас. Значит, пока отец нашел, там на лошадь сел, значит, встретил нас в лесу и говорит: ну что, художники решил податься. Он кадровый военный был, прошел 4 войны и все остальное, слепой вернулся почти. Встретил в лесу нас. Что, решил в художники податься? Он думал, что я куда-нибудь военное пойду или что-то. Я говорю: да вот, подал документы. Ну что ж, говорю, поколения меняли поколения, короли меняли королей, цари меняли царей. Сейчас владыки меняются, но всем им нужны портреты. На хлеб себе заработать. Так я поехал в училище, но, к сожалению, специально уже прошли. Привез портреты, и в том числе два сухотя, портрет Ленина и Карла Маркса. Значит, Игорь Поликарпович был заучим у нас в училище. Иван Максимович покойный Довыденко, Царство Небесное ему. Значит, посмотрели внимательно. Говорит: Иван Максимович, ну, молодой человек, приезжайте на следующий год, потому что вы вот опоздали, к сожалению. Но портреты Ленина и Карла Маркса можете подарить сельсовету или клубу. Вам это не обязательно. Ну, я не поехал в деревню, ходил на завод комбайнов, учеником фрезеровщика, в художественную школу, потом вечернюю, чтобы не забыть. Ну, в общем, на следующий год поступил, и вот на этой выставке есть одна работа, вот здесь, 50-го года до поступления еще в училище, и вот первого курса там этюд висит, на гору ходили вот сюда, Таргашинский почти. Пошла слякоть, ребята бросили все, я там два все-таки маленьких написал, вот один у меня сохранился. А там это училищное время, второй курс, это я сам себя с руки сфотографировал, потому что купил фотоаппарат, потому что Игорь Поликарпович и Иван Максимович, зная, что я из деревни, кормить меня там некому, зарабатывать самому нужно, они меня приняли на работу фотолаборантом для истории искусств, печатать, переснимать фотографии. Вот я для истории искусств все делал, переснимал с Игорем Поликарповичем, мы делали такие литературные монтажи. Вот. И я когда купил «Зенит Е», попробовал вот так с руки, сам себя снял. Вот там эта фотография. Сергин, правда, уже забыл, что ученик у него был такой. Спрашивает, говорит: где ты Есенина нашел такую редкую фотографию? Я говорю: учитель дорогой, ты уже забыл, какие у тебя ученики были? Вот такая шутка. Ну, по жизни пришлось многим заниматься. Вот любая работа, в общем-то, она должна быть ответственной и выполняться как нужно. Вот здесь несколько эскизов. Геральники
ордена, значит, знак мэра, значит, почетных граждан города. Вот сейчас новый знак я разработал. Значит, и несколько плакатов, потому что много лет приходилось заниматься выставками художников. И вот Васильевича там плакат, акварельный круг, там вот еще этот 350-летие города самодеятельных художников плакат. Он у меня перешел на этикетку теперь, все вот фирменные водки, эксклюзивные от Кудринского. Там Арсен Федорович покойный, Ефимовский, клонированный, как мы шутили, на фоне Острога, символическая фигура художника берете кистью, как с копьем. Так что то, что я сегодня успел сделать, то успел сделать. Многое не удалось, потому что, ну, так случается, что то французы тут приехали, то еще, то это. Но то, что мог, я сделал, и то, что вы видите, это сегодня подарок вам. Дело хорошо. Юрочка, давай тебя. Пусть часа будет. Давай.